Друзья, сейчас у нас на обзоре будет очень интересная квартира. В ней больше 100 метров жилой площади, гостиная, две детских, спальня взрослых, три санузла и не только. Погнали смотреть! Начнем с главного помещения этой квартиры и, конечно же, это гостиная. Здесь все организовано для работы и отдыха. Есть шикарный французский выход на холодную лоджию. Ну кто расскажет о кухне лучше, чем я? Мечта любой хозяйки – это современный кухонный гарнитур, оснащенный всем необходимым. Здесь и духовой шкаф, и холодильник, морозильная камера, посудомоечная машина, очень большая плита. И вау, какая вытяжка! И, конечно же, столовую зону мы также не оставим без внимания. Далее мы пойдем посмотрим детские комнаты и по пути зайдем в прихожую и прачечную. А здесь у нас прачечная, в которой дополнительно размещается унитаз с инсталляцией, умывальник. За данной раздвижной системой находится стиральная машина. Здесь у нас находится система Нептун, которая предотвращает систему водопровода этой квартиры от протечек. За данным скрытым люком находится вся система водообеспечения данной квартиры. Помимо системы Нептун, у нас здесь есть очень классный функционал, такой как электросчетчики. Электросчетчики интегрируются через приложение Нептуна с телефоном, и мы видим показания счетчиков на своем телефоне. Нам не надо куда-то заглядывать, искать там в каких-то коробах наши счетчики ежемесячно, а все выводится на телефон. За моей спиной находится входная дверь, декорированная доборной доской и обналичкой. Также есть видеопанель, которая нам покажет, кто к нам пришел. Большая раздвижная система, интегрированная с потолком и полом. Далее у нас две обалденные детские комнаты. Обе комнаты большие, просторные. Обе соединены с теплыми лоджиями. Все детские оснащены теплыми полами. На столах стоят решетки для конвекционного выхода теплого воздуха от отопительной батареи. Здесь в коридоре реализован еще один встраиваемый шкаф. За данной декоративной рейкой находится коллекторный узел обеспечения отопительной системы этой квартиры. А теперь давайте посмотрим эти санузлы. Какая прекрасная спальня! С
стены выкрашены интерьерной краской и дополнительно декорированы настенными молдингами. Гардина под шторы и тюль скрывается в не менее эффектной скрытой нише. Спальня имеет свою отдельную гардеробную. Итак, у нас есть еще одна цель нашего прихода. Так как наши клиенты уже заселились и живут в данной квартире, мы хотели бы поздравить их с новосельем и подарить им этот вкусный торт.